Очередная плюшечка, сделанная для машины. Все на саммитах катают на пульте Траксос. Но вот мой знакомый захотел купить себе Спектрум и обратился ко мне, чтобы я настроил ему режимы для саммита. Сделал вот такое маленькое устройство, которое включается в третий канал приемника Спектрум. Приемник питается от бека. И к этому устройству подключены три сервы. Переднее, заднее, дифференциал и пониженное. Линейка монитора Spectrum имеет 5 рисочек. Их я использовал как режим. Среднее положение — это все выключено. Нижнее положение — это включена понижающая передача. Верхнее включено все. Четвертая рисочка — включены задние и передние дифференциалы. И вторая рисочка — включен только задний. Как это выглядит вместе с сервоприводами? Все выключено. А это сейчас у нас все включено. Все выключено. Понижающее. Задние и две.